Ja, але Дмитриевич, житель Москвы, района Марьино. Инвалид первой группы. И когда возникла необходимость перевозки в лечебные учреждения, на сайте обнаружили фирму, которая называется «Такси с пандусом», потому что я могу передвигаться только на коляске. Мы 5 раз пользовались машинами этой фирмы, и очень довольны и благодарны тем, что машина японская хорошо оборудована, мягко движется, хорошо, удобно, можно заехать в салон. Особенно хочу отметить водителей этой фирмы, которые с большим вниманием оказывают помощь при сборке, в смысле одевания, передвижении по лифтам, пандусам. Огромное им спасибо. И если у кого такая возникнет возможность, я от всей души вот желаю воспользоваться услугами этой фирмы. А я поддерживаю. Исключительно добрые люди. Вы что, не добавите? Да, я поддерживаю. Я очень благодарна водителям фирмы. Мы неоднократно пользовались услугами этой фирмы. И большое-большое им спасибо за их душевную теплоту, сочувствие, понимание, помощь буквально в каждой мелочи. Помощь и поддержку. Да, и большое огромное спасибо диспетчеру Екатерине, Катюше. Очень внимательная, очень добрая, отзывчивая, располагает к себе, и, в общем-то, даже уже не мыслишь себя без сотрудников этой фирмы. Все. Спасибо большое. Очень приятно.